Долгожданный слушатель, я вас так ждала долго. Мне очень хочется поздравить сегодня со сцены Большого зала Дворца культуры имени Лепсия с таким прекрасным праздником, с Днем Единства, с Днем Казанской Божьей Матери. Храни вас Господь всех. И пускай сегодня, в этот прекрасный праздник, праздник единства, всех нас соединит и объединит самая прекрасная песня, русская, душевная, потому что мы ее поем везде и всегда. Плохо нам, хорошо. Играет ли музыка в нашей душе, или мы грустим, но если рядом песня, то и жить веселее, и жизнь хороша. Да, на улице уже у нас осень, причем глубокая, похолодала, но так хочется, чтобы сегодня запели соловьи, чтобы сегодня зацвела черемуха, чтобы распустились самые прекрасные полевые цветы, и у всех у вас было прекрасное праздничное настроение. Всякое, а вспомнить некого, кого не помню, того и не было. Все не серьезно, все не судьба, а разговоров нарава. А паутиночка за мною тянется, я всех забуду, один останется. А мне и нужен один всего, а без него не надо ничего. Добрые и люди строгие, ко мне в калитку стучались многие, ко мне стучались, да не стучат, полно молоденьких девчат. А паутиночка за мной тянется, я всех забуду, один останется, а мне и нужен один всего, а без него не надо ничего. Я милой не найду, ой, не найду.
искать. Видно, все цветы придется оборвать. Ты не прячь, не прячь, Серега, милый, милый, в ясный день. Не мешай мою любовь, любовь не целовать. Любовь не целовать, ой, целовать. Любовь не целовать, ой, тронулся рукой. Слышишь голос ты, любимой, дорогой? Ты сиренья стага, стага, пусть она светёт, светёт. Лучше мы в саду, в саду достроимся с тобой. Достроимся с тобой, вдвоём с тобой. Достроимся с тобой, вдвоём с тобой. Расцвела сирень, черемуха в саду. На мое несчастье, на мою беду. Я в саду хожу, хожу, да на цветы гляжу, гляжу. Но никак, никак, никак я милой не найду. Я милой не найду, ой, не найду. Я милой не найду. Спасибо. Че за плохо хлопаете? Молча. Вот так весной в саду находит свою половинку. Да? Ручки! Моя судьба, как вольная тропинка, плутает, вьется, наугад ведет. А сердце ищет, ищет половинку, на каждом повороте счастье ждет. И я к тебе навстречу стежкой длинной спешила и сбивалась на бегу. Но вот ни шагу без тебя, я сделать по тропинке не могу. Половинка моя, там где ты, там и я, все тропинки у нас на двоих. Все денечки в саду, все цветочки в саду, все дождинки с небес голубы. Половинка моя, там где ты, там и я, все тропинки у нас. Заживем, растают все печали, как снежинки, отступят от.
ладони хлопаем. Круче! Сони, милый, как тарани дубесной, по тропинке мы гуляли под луной. Говорил ты ласковые мне слова, захмелела, закружилась голова. Растили цветы ромашки на лугу, на свидание к милому опять бегу. Целовались, миловались, гадали, на всю ночку пели нежно соловьи. Целовались, миловались, гадали, на всю ночку пели нежно соловьи. Крапива лебеда по дорожке селится, ну и что же говорят, что мой милый женится. Крапива и беда по дорожке селится, ну и что же говорят, что мой милый женится. Коричка золотое подарил, по деревне говорят красивая, самая красивая, счастливая. По деревне говорят красивая, самая красивая, счастливая. Крапива лебеда по дорожке селится, ну и что же говорят, что мой милый женится. Oh,
молчат от признания. Распуская лепестки свои, за его незнакомый голос слышится, да поют всю ночь сами. За его незнакомый голос слышится, да поют всю ночь сами. Конечно, у них сегодня трудовые будни, а у нас праздничное настроение. Поехали! Называют меня некрасивою, так зачем? Товарищи, друзья, любимые подруги, братья и сестры, начался сбор цветов. Подождите, куда я поехала-то? Я еще говорить не начала, мы уже куда-то поехали. Подождите. Хорошо, пою. Мне очень приятно, что сегодня, вот сейчас может уже двигаться все, что сзади меня.
Мне очень приятно, что сегодня практически аншлаг в зале. Наш дворец культуры имени Лепси давно такого не видел. Вот нашу невесту, говорят, тоже было. Я очень рада, что вы сегодня все пришли ко мне на мой концерт. Я его очень долго продумывала именно в этот день. День, когда вы не работаете, тот, кто все-таки еще трудится, да? День, когда уже не надо стоять красивой, в красивой позе на огороде. Когда вся капуста с морковью уже убрана из грядок, да? И когда душа уже может просто повеселиться, попеть, вот именно для себя любимых. Правильно говорю? И этот день, конечно, 4 ноября, когда касса закрыта и написано «Все ушли на фронт, не беспокоить», потому что в Большом зале идет концерт Светланы Масленкиной! Ну, раз вы говорите, что я хорошо пою, и я ведь, понимаете, у меня своя публика, та, которая поет те песни, которые пою я. Или наоборот, я пою те песни, которые вам близки и дороги. Правильно? Правильно? Вот. Ведь сегодня праздник. Понятно, что я думаю, что мы все-таки сегодня настроение свое поднимем. И вы после моего концерта, мне уже часто говорят, что после твоих концертов всегда требуется продолжение банкета. Правильно? Потому что душа до такой степени поет и пляшет, что уже хочется, как Андрей Горелов сказал, ни в коем случае не говорить про спиртное. Поэтому я вот так рукой показываю, что хочется, да? Вот. И понятно, что вы, когда накроете полянку, примете, повеселее, и вас, вам захочется петь. А тут, понимаете, раз, и Маслихина уже весь репертуар вам на блюдечке с голубой каемочкой принесла, правильно? Но мне хочется все-таки сейчас услышать в этом зале, потому что я знаю, что Выксы – это поющий город. Пускай почти весь партер занят, да, здесь где-то 400 посадочных мест. Вот представляете, какой сводный хор города Выксы сейчас будет звучать. Попробуем. И две песни, которые перед вашим выступлением прозвучали, они были специально подобраны для того, чтобы вы распелись. Надеюсь, что вы уже разогрели связки, да, и готовы потихонечку, с любовью. Нет, моя любимая коронная, поднимите правую ручку. Помашите мне, а я вам. Ой, как хорошо. А теперь медленно положите на соседу справа коленочку. И тихо ему на ушко скажите, давай споем. Итак, внимание! Ой, ты моя сладкая, ты так долго стояла. Аплодисмент, как звать-то? Аминь. Итак, звучит и исполняет народную русскую песню «Ромашки спрятались» сводный хор города Выксы в количестве «Энна». Тихо вместе со мной. Ромашки спрятались, поникли лютики, когда застыла я от горьких слез. И где вы, девочки, красивых любите, не постоянно у них любовь? Зачем вы, девушки, красивых любите, не постоянная у них любовь? Сняла решительно пиджак наброшенный, казаться сила сил, ему сказала я всего хорошего, а он прощения не попросил. Ему сказала я всего хорошего, а он прощения не попросил.
Как на Руси раньше красные, ну я, конечно, не девица красная, да, но все равно как бы русский человек. На Руси красные девицы, когда зазывали добрых молодцев себе на крыльцо, вот этих добрых молодцев звали Аюшка. Вот таких четыре бравых Аюшки у нас появились на сцене. Аплодисменты, русская отрада! И сегодня на сцене Большого зала Дворца культуры имени Лепси у нас, то есть у русской отрады и у меня, дебют. Впервые мы соединились в одно целое, да, Александр Константинович? И готовы дарить вам радость, любовь, доброту и русскую песню! Щечки девушек горят, гармонисты синеглазые, да на забаве. Щебетали соловьи, потому что весеннее, теплое, несмотря на плохую погоду, несмотря на холод, вам дарит сегодня ансамбль русских народных инструментов, народный коллектив «Русская отрада». Thank you.
Еще не раз спрятать мы,
ну и самой большой балалайкой в мире Сергей Подгора. Аплодисменты! И все эти четыре добрых молодцы. Ансамбль «Русская отрада». Спасибо, мальчишки. Вот так, побольше кричите, на крыльцо их залите, такие аюшки красивые к вам придут. Можно свет в зал, пожалуйста? Сделайте мне, пожалуйста, зал. Я гляжу, сегодня больше такая часть все-таки дамского, женского, да, населения города Выкса. Пришел мужчина, есть так, гляжу, ага, знакомый, отлично. Ага, Смирель Сергеевна сидит, тоже гляжу так. Я сейчас всех учту, кто приходит. А здесь мужчина, это вот, что-то мне за рамку не видно. Где? Там дверь стоит, ну это все мои подчиненные. Они мужчины, это не то. Ну ладно, хорошо, сейчас буду к вам поставить. Знаете, дорогие наши, самый слабо тяжелый пол населения нашей планеты мужской, так хочется вам сказать добрые, самые добрые слова. Любите нас. Чем крепче вы нас будете любить, тем мы становимся ласковыми, хорошими. Будем вам песни петь по ночам. Ну, кто на что способен? Для всех мужчин города Выкса эта песня. Поехали! А, у нас едет круг еще, понятно. Видите, какая карусель в дворце есть? Кто захочет покататься, можно к нам, а потом в парк продолжить веселье. Аплодисменты! Девушки! Что-то милый, что-то милый.
А я все думала, будут цветы у меня от хозяйственного отдела. Есть! Аплодисменты! Спасибо большое. Спасибо. И я вам всем желаю добра, любви, здоровья, счастья. Ну а на сцене сегодня меня поддерживает... Ой. Сладкое в пакетике. Горькое? Нет? Приятное? Спасибо! А на сцене меня сегодня поддерживает студия аниматоров Holidays и наши барабанщицы. Вот такой сегодня сводный танцевальный коллектив на сцене. Поверьте, для них выучить народные движения была очень большая все-таки трудность, потому что нет там... Они не русской хореографии направления, они больше такие анимации. Аплодисменты бурные! А мы продолжаем! Игрушки! Ты вошел и расцвело. Ярким лучиком пригрела, словно солнышко взошло, ярким лучиком пригрела. А я без тебя ручей без воды, и мне без тебя рукой до беды. А я без тебя ручей без воды, и мне без тебя рукой до беды. Куда бежишь, тропинка милая?
моя подружка бессердечная, мою любовь подстерегла. Моя подружка бессердечная, мою любовь подстерегла. И обняла. Поедай, и в далекой не бежишь, ты же
на сцене вместе со мной. Студия «Экзотика», аплодисменты! Колечко, колечко, выйди на крылечко. А заметили, я сегодня как всех зазываю? Да? Так приятно! Аплодисменты всем вам! А мы продолжаем! Я меня приголубил, кто совсем на меня не глядит. А ведь женское сердце полюбит, все обиды земные простит. Всем словам я его доверяю, а они как обманчивый дым. Все, что было.
собой. А подо мной улети, и под окопом веселых добы, листом раскрезанных струн улетая к зените земли. Рубаха парень. Владислав Шишкин, аплодисменты! Спасибо. Спасибо, Влад. Я хочу несколько слов сказать. Теплая Светлана. Я очень рад, что Светлана пригласила меня на этот концерт. Я всегда беру с нее пример. Для меня это действительно великая артистка. Да просто хороший человек. Давайте ему поаплодируем. Светлана Москвитина. Ах, какая женщина! Как говорит Леонид Федорович Кичаркин, как там, коня на скаку остановит, в горящую избу войдет. И всех мужчин сегодня собрала на этой сцене. Аплодисменты, Светлана Москвитина! Она моя, она моя.
Спасибо. Дорогие друзья, ну наши сердца переполнены радостью сегодня встречи. Давайте поблагодарим еще раз похлопаем. Я представляю совет ветеранов нашего предприятия. И вот от имени нашего совета я хотел бы сказать огромное спасибо вам, всему коллективу Дворца культуры, потому что они нас радуют. Мы здесь проводим вечера отдыха. И просто большое-большое спасибо вам за прекрасное, за такое творческое, эстетическое наслаждение нам, старшему поколению. Спасибо и аплодисменты! Спасибо большое за такие теплые слова. У меня уже здесь целая клумба. Как приятно. Низкий вам земной поклон все. Можно, пожалуйста, свет в зал? Концерт сегодня небольшой, но мне хотелось, наверное, вложить в него не только чисто фольклорное что-то, да, я уже очень много лет занимаюсь в ансамбле, сначала «Родники», сейчас «Старица». Хотелось что-то близкое к застольному, так народному варианту. Вот, наверное, я думаю, что все-таки получилось. Вы пели со мной? Я даже слышала, какой сегодня хор у нас суперский. И в подготовке этого прекрасного концерта мне помогало очень много-много-много людей. Большое вам спасибо. Конечно, самое главное за поддержку – это звукорежиссеру. Не буду говорить титулы, которые у вас здесь во дворце, да? Звукорежиссеру, который сегодня сидит за пультом, Олегу Похвалею. Спасибо! Вы знаете, он со мной и ночью, и до 4 утра на этой сцене. Мы как два одиноких тополя блуждали по этой сцене до 4 утра. Потому что идут сеансы, сцена свободна только ночью. Вот в таких тяжелых муках рождался этот концерт. Музыкальный редактор нашего концерта, моего концерта. Роман Смирнов, город Муром. Рома, где ты? Человек, который, наверное, увидел меня с другой стороны и узнал, какая я бываю не только красивая, радостная и веселая, поющая, но еще как надавлю, так надавлю. Который переделал 150 раз, пока не сделали то, что мне захотелось. Наш видеограф Дмитрий Пименов. Конечно, за поддержку хочется большое и огромное спасибо сказать нашим художникам нашего дворца, Елене Броновой, Наталье Черновской. Они каждый раз удивляют нас своим непредсказуемым воображением. Вот захотелось Маслихина экран, захотелось хохламо. Не знаю, чем будете вешать, но что и найдете, то и повесите. Посмотрите, какая красота на сцене. Аплодисменты. Человек доброй души, женщина, которая всегда рядом и оденет, и разденет, и переоденет, и подошьет. А если пришила не так, то Маслихина все отпорит, и она пришивает снова. Это наш костюмер Марина Белобородова. А вот с правой стороны от меня есть пульт такой сценический, оттуда запускается поворотный круг. Вот оттуда сейчас меняются картинки на заставке. Вот на картинках сидит еще один звукооператор Сергей Бобин, который сегодня подменил внезапно заболевшего Сергея Талалыкина. Сережа, большое-большое тебе спасибо. Вообще помните мультик «Двое из дворца»? Вот у нас есть «Двое из дворца». Это наши механики сцены, которые сегодня, как штык, сидят за пультом, поворачивают, разворачивают и делают все, чтобы всем вам и мне было очень приятно. Максим Баландин и Стас
молясь, аплодисменты. А чтобы все играло, и пайетки на моем платье, и красиво переливалась сцена, на балконе сидят наши осветители, художники по свету. Антон Сизов, который вместе с нами, с Олегом, со мной, с Олегом, до 4 утра все подсвечивал, крутил, подкручивал. Илья Сударкин, Андрей Годов, спасибо вам всем большое за поддержку, за организацию. Очень благодарю всех. Всем вам желаю здоровья, желаю радости, желаю долголетия. Желаю, чтобы в ваш дом приходила любовь, чтобы с вами всегда была надежда, вера, любовь и мать их Софья. Низкий земной поклон всем. Еще раз поздравляю вас этим прекрасным праздником, праздником Днем Единства. Русская песня все-таки сегодня взяла верх, соединила, объединила. С праздником! Зову тебя,
но слава их высокая тебе принадлежит. Гляжу в озёра. До свидания. Жду с вами встречи.